На 3 дня в Северодвинске введут сухой закон. Первый в День России. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать за 2 часа до начала праздника, во время его проведения и в течение часа после. Массовые мероприятия стартуют в полдень в 3 точках. Это Площадь Победы, Площадь Просянкина и площадка у ЦУМа. Завершатся в 15 часов, за исключением ЦУМа. Там праздник закончится в 16:00. Безалкогольными для Северодвинска будут 20 и 21 июня. В эти дни в городе пройдут выпускные балы. Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, будет запрещена с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов. Это значит, что продажа алкоголя населению в нашем городе будет разрешена лишь с 10 до 13:00, то есть всего 3 часа в сутки.